яблоки очистить и измельчить на терке или мелко нарезать. Затем засыпать сюда стакан сахара, сливки и хорошенько все перемешать. Затем поставить на медленный огонь и проварить. Яблоки нужно варить где-то около часа. После того, как яблоки остынут, добавьте в них сливочное масло размягченное и взбейте. Должен получиться вот такой вот крем. Для теста муку перетереть со сливочным маслом или измельчить в блендере. Взбить белок от яиц, добавить сахар и опять все это взбить. И затем гашеную соду в лимоне. И все это взбить. Затем яичную массу эту добавить в муку с маслом измельченное и замесить тесто. Тесто разделить на 6 равных частей. Значит, из кусочков надо раскатать лепешки. Значит, это, чтобы они вот были ровные. Так вот положить в тарелку. И вот так вот сверху. Шестого кусочка и обрезков теста скатайте вот лепешку произвольной формы. Она пойдет на обсыпку. Лепешки выпекать при температуре 200 градусов 7-10 минут. Надколоть вилкой. Дальше нужно собрать торт. Лепешку обмазать кремом. Сверху положить другую лепешку, также обмазать кремом. И так все лепешки. Вот я уже торт собрала, значит, его нужно с краев также промазать кремом. Корж измельчить на блендере и вот так вот обсыпать крошкой. Торт готов. Приятного вам аппетита!